Книга «Открытым оком», тема «Христос есть Бог и истинный человек», вопрос 968, том 3. Евангелие от Луки, 23 глава, 43 стих. «И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». «Ныне» означает «сегодня». Но Христос после смерти телесной до своего воскресения 3 дня был в аду. А как же разбойник? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Христос есть истинный Бог и истинный человек, истинный Бога-человек. Это означает, что Он бесконечен, безначален и не имеет причины. Он равен Отцу как Бог, а как человек Он имеет тело, ограниченное местом пребывания. И этим телом Он был погребен Иосифом и Никодимом. Человек состоит из тела и из души. И Христос, как человек, рожденный Девой Марии, состоял из тела и из души. В эти 3 дня после казни тело Его охраняли воины. Его человеческая душа, ограниченная пространством, местом пребывания, находилась в преисподних местах земли, а по божеству в это время он находился и в гробнице, и в преисподней, и в раю, и всюду. Евангелие от Луки, 23 глава, 43 стих. «Ныне же будешь со мною в раю, со мною по божеству, сегодня же в эту пятницу».